Здесь. Тут есть кто? Есть кто дома? Подсвечники, колдовская книга, жуткая атмосфера. Чучело ворона. Часы стоят. Это африканский тотем. Вы Агата? Зачем тебе говорить с Агатой? Мне сказали, она может мне помочь. Тебе? Скажи, а кому в нашем мире не нужна помощь? Видеть можно и без глаз. Будь добр, юноша. Отвези меня к моим птицам. Там нам будет удобнее разговаривать. Шкаф заперт. Очень старое зеркало, накрытое тканью. Медная ванна. Антиквариат ей, наверное, лет 100 или 200. Птица – уникальное создание. Она может провести всю жизнь, сидя в клетке, и все равно она будет петь. Что тебя сюда привело, юноша? Скажи, на что похожа твоя клетка? Я убил человека. Я как будто был одержим. Я видел, как все происходило, но не мог себя контролировать. Для меня в этой истории нет ничего удивительного. Тебе не приходило в голову, что ты мог просто сойти с ума? У
меня было видение, в котором другой человек двигался так же, как я. И еще я видел девочку, которая звала меня на помощь. В буфете лежит мешочек с семенами. Сделай милость, покорми моих пташек, хорошо? У тебя не было с тех пор каких-то странных ощущений? Тебя не посещали странные сны или видения? Да, у меня видение. Как будто сама реальность искривляется, становится ужасной. Ты можешь сказать, с чем связаны твои видения? Может, это знак, символ или слово? Когда я пришел в себя, то увидел, что у меня на запястьях вырезан ножом этот символ. Змея. Две открытых пасти. О боже! Что это значит? Я смогу сказать наверняка только в одном случае. Отвези меня в гостиную. Вещи лежат в одном из ящиков. Возьми их и поставь в подсвечнике. На кухне должны быть спички. Найди их и зажги свечи. Чучело совы. Вся мебель закрыта тканью, как будто здесь уже давно никто не живет. Старая дровяная плита. Кофейник еще горячий. На полках старая посуда. Раковина.
Ничего особенного. Извините, не могли бы вы повторить, что мне нужно делать? Свечи лежат в одном из ящиков. Возьми их и поставь в подсвечнике. На кухне должны быть спички. Найди их и зажги свечи. Почти готово. Выключи свет, задерни шторы и садись рядом со мной. Единственный способ понять, что с тобой случилось, попытаться проникнуть в твою бессознательную память. Тот, кто заставил тебя совершить это убийство, стер себя из твоей памяти. Но в подсознании должен был остаться след. И я могу помочь тебе его найти. Это утомительная церемония, она всегда сопряжена с риском. Ты хочешь попробовать или нет? Хорошо. Дай мне свои руки. А теперь закрой глаза. Я хочу, чтобы ты очистил свой разум, открыл свое подсознание и дал мне туда проникнуть. Вот так. Мы все еще вместе. Лукас, ты еще здесь? Да. Я хочу, чтобы ты вернулся в закусочную перед тем, как все началось.
отбрось все лишние мысли и двигайся свободно по своим воспоминаниям. Где ты, Лукас? Я стою у закусочной. Я хочу, чтобы ты вошел в закусочную. Я зашел в закусочную. Что ты видишь? Я вижу посетителей и официантку. Ты видишь столик, за которым сидел? Я смотрю. Здесь полицейский. Он сидит за стойкой. Сосредоточься, Лукас. Иди к своему столику. Стою у своего столика, но за ним никого нет. Ты еще не пришел и не сел за него? Нет, пришел. Моя еда уже стоит на столе. По-моему, тогда я его и убил. Сохраняй спокойствие, Лукас. Скажи, где именно ты находишься? Я в уборной. Там есть другой человек. Что он делает? Он мочится. Он ничего не подозревает. А ты, Лукас, где сейчас ты? Я не знаю. Я не вижу себя. Вот я. Я был в кабинке. О, боже, я сжимаю в руке нож. Он меня не видит. Успокойся, Лукас. Сохраняй концентрацию. Я не контролирую себя. Я подхожу к мужчине сзади. Меня не видит. Я не хочу. Я не хочу. Но я не могу остановиться. Я хочу, чтобы ты снова вошел в закусочную. Но теперь это будет до того, как ты пошел в туалет. Ты понял, Лукас? До того. Где ты теперь? Я снова в зале закусочной. Ты сидишь за своим столиком? Да, я себя вижу. Лукас, что ты делаешь? Я ем. Я ем и читаю книгу. Книгу? Да. Шекспир. Буря. Что еще ты видишь? Я говорил уже, что подневолил меня тиран, колдун. Он у меня обманом и лжбой отнял остров. Что ты говоришь? Это отрывок из «Бури» Шекспира. Ты читаешь эту книгу, да? Да. Кто-то идет ко мне. Мужчина. Кто это? Посетитель? Не знаю. Наверное... Я не вижу его лица. Что он тебе говорит? Я не знаю, я не помню. Сосредоточься, Лукас, ты должен вспомнить. Это одна из моих любимых книг. Жаль, что сейчас так редко читают Шекспира. Вы не против, если я к вам ненадолго подсяду? А, я это... Мужчина сел за мой столик. И теперь к нам идет официантка. Сэр? Кофе, пожалуйста. Официантка? Она его как будто не видит. Будто он невидимка. Про бурю так много всего написано. Особенно про волшебство. А что происходит теперь, Лукас? Я не знаю. Этот человек излучает очень странную энергию. Это сложно описать. Продолжай, Лукас. Что было дальше?
Вы верите в силу магии? Нет, нет, слушайте. Вы ошибаетесь. Знаете, в нашем мире много такого, что нельзя увидеть простым глазом. Ваш кофе, сэр. Спасибо, Кейт. Официантка принесла ему кофе, но говорила она со мной, как будто его заказал я. Она не знает, что он здесь, она его не видит. А что происходит теперь? Послушайте, извините, конечно, но я хотел бы поесть один. Настер, наштитлан, кастанечли, квештитлан, нар, наштитлан, кастанечли, настер, квештитлан. Я парализован. Я не чувствую своего тела. Не могу пошевелиться. Мужчина, Лукас. Где мужчина? Он встал, он вышел. Теперь он у меня в голове. Он управляет мною. Иди за мужчиной, Лукас, быстро. Я приказываю тебе идти прямо за ним. Выходит через черный ход. Иди за ним. Ваши разумы теперь связаны. Ты видишь то же, что и он. Агата, вы же знаете, что это был за человек. Нет, я не знаю. Я не уверена, кто это. Да, вы знаете, кто он. Вы все поняли еще тогда, когда нащупали шрамы у меня на руках. Агата, что означают эти символы? Скажите, что он со мной сделал. Лукас, тебе нужно идти. Я больше не могу для тебя ничего сделать. Вы можете хотя бы объяснить, что со мной творится? Он заставил меня убить. Я хочу знать, мне нужно это знать. Мне нужно кое-что проверить. Сегодня мне больше нечего тебе сказать. Приходи завтра вечером в это же время. Я смогу объяснить больше. Инструктор Митчелл, вон он, на предпоследней дорожке. Спасибо. Сержант Митчелл? Да. Я следователь Карло Валенти. Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов касательно одного из моих дел? Девушка, я над расследованиями уже давно не работаю. Сомневаюсь, что смогу чем-то помочь. Это касается старого дела, но мне нужно узнать о нем побольше. Дело Кирстена. Это потому, что вы не нашли файл, да? Да, правильно. Файл засекречен. Вы не хотите попрактиковаться со мной в стрельбе? Да, конечно. Пистолет прямо перед вами. Вперед. Thank you.
очень хороший стрелок. Должен сказать, вы гораздо лучше почти всех, кого я тут видел. Итак, что вы хотите знать о деле Кирстена? Ну, например, что именно тогда произошло? Парень по фамилии Кирстен мирно закупался в местном супермаркете. Когда он был в отделе кухонных принадлежностей, кто-то схватил нож и зарезал его. Он знал свою жертву? Нет, по крайней мере, следствие это установить не удалось. Вероятно, это был приступ безумия. Убийцу нашли? Он никуда не уходил. Когда его нашли, он сидел на полу возле тела жертвы, будто ждал нас. У него было такое отрешенное выражение лица. В деле было еще что-то интересное? Да, еще кое-что. Убийца вырезал ножом у себя на запястьях какие-то символы. Выглядели они очень странно. То ли змея, то ли ящерица. Может, он просто психанул, взял и слетел с катушек. Некоторые люди как бомбы с часовым механизмом. Я так и думал, пока не прочитал отчет патолога-анатома. Каждый удар ножа точно перерезал артерию, ведущую к сердцу. Удары были такие точные. Я хочу сказать, у парня был один шанс на миллион. Даже если бы он был опытным хирургом.
Отлично стреляете. Да у вас это от природы? Но вы же не бросили на этом свое расследование? Нет, это дело меня заинтриговало. Какой же у него был мотив совершить такой поступок? Я перерыл горы материала и практически случайно узнал, что это не первый подобный случай. Были и другие идентичные убийства. То есть, когда убийца действовал так же бессмысленно, а потом впадал в ступор? Точно. 3 неделями раньше на другом краю города была еще одна жертва. Прямо посреди улицы, без всякого мотива. Затем я нашел 3-е дело, которое было еще раньше. Затем еще и еще. И все время одинаковый почерк. И во всех случаях виновного арестовывали? Нет. Они либо совершали самоубийство до нашего приезда, либо слетали с катушек. Но каждый раз удары были одинаковые. Жертве всегда с невероятной точностью перерезали артерии. Затем убийца вырезал себе змей на запястьях. Что было дальше? Затем меня без всяких объяснений сняли с дела Кенстона. Мне кинули подачку, предложив работу инструктора в академии. И все окончилось тем, что я ее принял. Но я не забыл про эти убийства. Я всегда подозревал, что за этим что-то кроется. И, наверное, меня сняли именно поэтому. Чтобы я не смог ничего пронюхать. Когда я пришла и впервые упомянула об этом деле, вы знали, что файл был засекречен. Скажите, как вы это узнали? Все материалы по этим убийствам были надежно спрятаны, и никто даже не потрудился проверить между ними связи. Странно, вы не находите? Бросайте это дело, детектив. Это не просто убийство. За ним кроется что-то очень странное. Похоже, нужно открывать новое дело. Я серьезно поработал над расследованием. Сделал все, о чем просила Карла. А теперь я просто хочу расслабиться и поиграть в баскетбол. И заодно решить наш с Джеффри.
Ловок опыт, ты неплохо мяч гоняешь. А ты неплох, совсем неплох. Играть умеешь. Наверное, мне надо было сказать, что я играл в колледже. Ну, а что насчет сотни, то это мы проехали. Тайлер, ты просто засранец. Знаю, за это ты меня и любишь, Джеффри. Лукас Кейн. Настер, наш Титлан, Кастанечли, Квеш Титлан, Нар. Наш Титлан, Кастанечли, Настер, Квеш Титлан. Thank you.
Страшная история Лукаса мучила меня всю ночь напролет. Мне нужно было увидеть его, поговорить с ним. Нужно было узнать, что сказала ему Агата. Я хотел взглянуть своему брату в глаза и услышать правду. У него дома я раньше не был, поэтому его квартиру нашел не сразу. Лукас Кейн, вот. Лукас! Лукас, открой дверь! Лукас! Готов поклясться, я слышал крик из квартиры. Портье сказал, что Лукас дома, но он не открывает. Лукас в опасности, другого выбора у меня нет. Лукас! О боже! Лукас, ради бога! Ты сошел с ума? Что с тобой? Стены! Стены унесло! Ветер, буря! Я... Лукас, зачем ты это сделал? Меня пытались убить! Во имя всего святого, Лукас, тут никого нет, только ты и я. Когда я пришел, ты был один, совсем один, Лукас! Маркус, что со мной происходит? Я не понимаю, что происходит! Все будет хорошо, Лукас. Все будет хорошо. Я помогу тебе. Вот увидишь. Долго же ты? Я была в душе. Ну, какие успехи? Ничего, тупик. Установить, где распечатали закладку для книжки из забегаловки, невозможно. На ней полно разных цифровых кодов. По мне, так это просто куча циферок. Я подумал, может, у тебя будут какие-нибудь идеи? Может, отправишь ее мне по факсу? Я все равно пока не устала. Как раз перед сном и почитаю. Хорошо, сейчас вышлю. Если тебя вдруг осенит, позвони мне. Я тут еще немного побуду, сегодня ночка будет долгой. Хорошо, я перезвоню Тайлер.
Все вокруг затихло, застыло, будто все умерли. Надеюсь, это скоро закончится. Для приготовления жареный цыпленок. Я брать Ай, маленький цыпленок, я щипывать его. Ахтунг! Видите, смотрите, шналь! Бывает, что цыпленок не хотеть идти в миску. Поэтому вы должен быть с ним жестокий. Я использую Ай, лискалка. Шналь! На западе Африки разразилась сильная засуха, и почти 38 миллионам человек угрожает голод. 30% детей младше 3 лет страдает от недоедания. Для сравнения, в США 127 миллионов людей страдает избыточным весом, а 60 миллионов – ожирением. Если сидя в кресле, вы страдаете. Если вам одиноко или вы запутались, просто возьмите лист бумаги и напишите свое самое сокровенное желание. Положите лист. Как твоя дружественная соседка?
Ты все еще одна? И что же ты ждешь, красавица? Найди себе хорошего парня. Если в Нью-Йорке чего и полно, так это симпатичных мужчин. Не знаю, наверное, мне просто этого не хочется. Последние мои любовные опыты потерпели полный крах. Я пока ни к чему и ни к... Карты Таро? Я прочитаю твое будущее. То есть ты знаешь, как ими пользоваться? Моя бабка была экстрасенсом. Когда я был ребенком, она научила меня читать карты. Она передала мне свой дар видеть. Знаешь, все сбывается. Что карты говорят, то и происходит. Ну что ж, давай посмотрим, встретишь ли ты свою любовь или умрешь старой морщинистой девой. Хорошо, мистер Цыган. Скажи, что мне нужно делать? Все просто. Сначала возьми карты и перемешай их. Бери две карты. Тебя ждут темные времена, побег и ужасная опасность. Возьми еще две карты. Ты не одинока. Ты кого-то преследуешь, и я не понимаю его. Он хранит страшный секрет. Возьми еще две карты, пожалуйста. Проклятие, великие мучения и страх. Я вижу ужасную смерть и депрессию. Ну да, пришел подбодрить, называется. Серьезно, Карло, извини. Все это оказалось вовсе не так весело, как я думал. Ничего, Томми. Давай посмотрим, что за ужасы готовит мне судьба. Вот еще две карты. Один ребенок, две судьбы. Одна ведет к жизни, другая к смерти. Карла, наверное, нам пора остановиться. Прости, не знаю, что случилось. Я такое в картах первый раз вижу. Обычно они ничего такого не показывают. Не извиняйся, Томми, это же просто игра. В предсказания судьбы я все равно не верю. Ну, мне пора домой, уже поздно. Доброй ночи, Карла. Доброй ночи, Томми. Рада была пообщаться. Ты в следующий раз не пропадай, хорошо? Обещаю.
Неужели у меня все будет так плохо? Он упомянул о ребенке? Я, конечно, во все это не верю, но все равно страшновато об этом думать. Обычно я не люблю оставлять Сэм дома одну, тем более сейчас. Но эта закладка меня заинтриговала. У меня такое чувство, будто я держу в руках ключ, который приведет нас к убийце. Я знал, что подбираюсь к нему, поэтому решил не идти домой, пока не выясню, что означает этот клочок бумаги. Да тут одни биржевые сводки. И как можно расшифровать эти циферки? Минуточку. Точно! Нужно немедленно позвонить Карле. Алло. Карла, это список курсов ценных бумаг. Нашу закладку отпечатали в банке. Ну, конечно. Это же очевидно. Как ты это выяснил? Я посмотрел в интернете. Разгадка была у нас прямо перед носом, а мы ее не видели. Теперь осталось выяснить, в каком банке распечатали эту бумагу. Похоже, я кое-что придумала. Я сейчас перезвоню.
Извини, что беспокою тебя, Томми. Ничего, я все равно пока спать не хочу. Что я могу для тебя сделать? Я насчет своего расследования. Я подумала, может, ты ответишь на мой вопрос. Я хочу узнать, можно ли определить банк по распечатке списков, курсов, ценных бумаг?
Обычно да. В банках печатают на бумаге с водяными знаками. Там на ней есть код банка. Код банка на водяном знаке? Хорошо, я проверю наш документ. Спасибо, Томми. Спокойной ночи. И тебе, Карла. Есть. Нужно позвонить Тайлеру. Да? На нашей закладке должны быть водяные знаки с кодом банка. Я проверю и сразу тебе перезвоню. Думаю, я понял. Тайлер? У нас есть код. Теперь можно будет без проблем определить, из какого банка эта бумага. На этот раз убийца попался. Думаю, завтра я наведаюсь в банк. Хочешь, я схожу? Хорошо, иди ты. Встретимся потом в участке и все обсудим. До завтра, Тайлер. До завтра. Наконец я увидел Маркуса меня выпустить. Я проспал почти весь день, а он остался, чтобы присмотреть за мной. Пора было вернуться в реальный мир. Мое самочувствие стремительно ухудшалось, и с душевным спокойствием дела обстояли не лучше. Я чувствовал, что ухожу в пустоту. Я знал, что пройдет немного времени, и я сойду с ума. Я следователь Тайлер Майлз, полиция Нью-Йорка. Полиция. Они меня нашли. Порванная распечатка. Наверное, я использовал ее для закладки. Так-так. Лучше мне это спрятать. Уже слишком поздно, чтобы пытаться убежать.
Здравствуйте, я следователь Тайлер Майлз, полиция Нью-Йорка. Вы Лукас Кейн? Я хочу задать вам пару вопросов. Вопросов? О чем? Я расследую дело об убийстве, и у нас есть основания полагать, что убийца работал в этом банке. Что вы хотите узнать? Вы можете подтвердить, что это распечатали в вашем банке? Интересно, он что-нибудь скажет про водяные знаки? Ну, она могла быть распечатана где угодно. Йоу, взгляните получше. На водяных знаках код вашего банка. Разве это не значит, что она из вашего банка? Я не обратил внимания. Да, эта бумага была распечатана у нас. Можно узнать, на чем она была распечатана? Менеджер мне уже все рассказал, но как знать, может, еще что-то узнаем? На такой бумаге покупатели ценных бумаг печатают биржевые сводки. В банке таких людей около сотни. Этот парень очень напряжен. Наверное, переживает из-за того, что его допрашивают. У вас проблемы, мистер Кейн? А? Нет. Есть ли способ установить, где напечатали конкретно этот документ? Что с ним такое? Похоже, после моих вопросов он занервничал. Нет, на самом деле нет. Наши принтеры не оставляют своего кода. Свидетель помог нам составить фоторобот подозреваемого. Вы не могли бы на него взглянуть? Эй, вы в порядке, сэр? Да, я в порядке. Я нервничаю. Надо успокоиться. Никого вам не напоминает? Эй, напоминает многих моих знакомых. И на меня чем-то похоже. Вы правы. Эти фотороботы могут быть похожи на многих людей. Да, долго же мы будем его искать. Фоторобот нам не очень-то помог. Сэр, с вами точно все в порядке? Я подумал, что... Простите. Вы в последнее время не замечали здесь ничего необычного? Мне рассказали о том, что вчера устроил тут этот парень. Интересно, расскажет он об этом? Да, я... Ну, на самом деле у меня случаются эпилептические припадки. Они бывают довольно редко, но могут быть сильными. Как раз вчера у меня был припадок, и, боюсь, я тут устроил шоу. Здесь это единственное необычное происшествие за последнее время. Странно. У него перевязано запястье. Интересно, что с ним произошло? Что у вас с руками? Это касается вашего расследования? Да нет, конечно. Мне просто любопытно, вот и все. Эй, это вы на фотографии со священником? Он ваш друг? Священник очень на него похож. Может, это родственник? Это мой брат Маркус. Он врет напропалую, я это чувствую. Черт, может, прямо передо мной наш убийца? Нет ничего невозможного. А, мне что-то нехорошо, я пойду умоюсь. Да, идите, я подожду вас здесь.
Он странно себя ведет. Нужно быстро осмотреть его рабочее место, пока он не вернулся. Его ручка. На ней должны быть отпечатки. Так мы легко сможем определить, тот ли это человек. На фотографии есть подпись. ЛК. МК. Июнь 2003 год. Обрывок распечатки с компьютера. Возьму его с собой. Ну, ничего интересного тут нет. Вам лучше? Да, спасибо. Вопросов у меня больше нет. Не буду мешать вам работать. Спасибо за сотрудничество, сэр.